Получили данные, что они прошли пятый контроль. 800-й, 800-й, вот идут вертушки, ну направьте их к нам, направьте, пусть они ниже спустятся, направьте их к нам. Они мимо нас проходят, мимо нас, 200-300 метров. 6-й, то, что ты говоришь мне, они прекрасно тебя слышат, понимаешь? Прекрасно тебя слышат. Дайте их позовой, я буду с ними разговаривать. Говорят даже как со мной. Они все слышат. И все, что думаешь о них, так и скажи. Вертушки, вертушки, вам это авиация тоже привет. Какая вы чертова авиация? Если вы своих мужиков спасти не можете. Вы что, боитесь снизу опуститься, что ли? Что вы, мать, вашу заснули, что ли? Контрольщик. Я стрелял в свою сторону, стрелял из минометов. Разрывы видел, подкорректировал. Метеор, буря 32 на связь. Не надо ничего, помощь нам дайте, помощь вывести 300-200 и нам выехать отсюда. Сейчас еще 10-15 минут, нас здесь полностью всех накроет. Корректируйте, это мне нужно выходить на помест. Я даже поднять головы не могу поднять головы, тут с четырех сторон долго, Так что ничего не надо, надо ленточку срочно отсюда забирать всех. Ты что, ленточку побили, не надо визжать. А подкорректируй огонь, минометный, какой у меня прием? Ленточку подбили. Вы не бойтесь, сейчас под стеклом темноты захватите пару чеченских семей. Объявите, что вы взяли залог. Под их прикрытием находиться в доме. Удержим его наоборот. Вот такой вариант посылки не предлагаю. Я понял прием. Понял вас, понял. Но этим, которые здесь в этом районе находятся, им все плохо. Чечены. Мы им главное. Они на это не пойдут. Не пойдут на это. Как вы меня поняли? Прием. Стой, ты... Успокойся, я понимаю твое состояние. Я сам в таком состоянии целый день сегодня. Ты, пожалуйста, успокойся. Под прикрытием темноты можно дойти не так много. Толчком где-нибудь, перебежками, маленькими группами, прикрывая друг друга. Как человек ползет, как стреляет. У нас 2 300-х, 1 200-й. 13 его осталось. Нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с собой, вооружение. Что предлагаешь? У меня некого тебе послать. Некого послать. Сейчас понял прием. Со всем мы будем решать сами. Спасибо.